Мы живем в России. Наш флаг бело-сине-красный. Герб России – двуглавый орел. Велика земля российская. Есть места холодные и суровые, а есть теплые и благодатные. И вот в таком плодородном крае, на реке Кубань, стоит город Краснодар. Прежде он назывался Екатеринодар в честь императрицы Екатерины II. Она пожаловала казакам грамоту на вечное владение этой землей. Город-крепость Екатеринодар был построен по военным законам, как гарнизон для охраны рубежей России. Он поделен на равные квадраты, как шахматная доска. А вообще, люди появились в этих краях 500 000 лет назад. Здесь найдены стоянки первобытного человека и загадочные сооружения, дольмены. Кто их построил и зачем, остается нераскрытой тайной по сей день. Кубанский край всегда привлекал многочисленные племена и народы. Много лет назад, в эпоху Великого Переселения, Кубань была оживленным торговым перекрестком. А теперь солнечная Кубань – житница России. Гостеприимные и хлебосольные люди этого края. И сказки умеют рассказывать, и каждая сказка – как драгоценный камень-самоцвет. В царстве, а в российском государстве еще при царях-императорах дело было. На южных рубежах воинство наше стояло. Время было мирное, то есть войны не было. Одна война уже закончилась, другую еще не начинали. Мир миром, а служба армейская идет своим ходом. Порядок такой, чтобы служивые выправку не теряли. Служит солдат свою службу, а рядом с ними ангелы. Их хранители тоже службу несут. Приглядывают за своими подопечными. Каждый ангел со своим солдатом схож. Прямо одно лицо. Только у солдат все по ранжиру да по званию. А вот ангелы равны между собой. Всегда между собой в светлом согласии. В ладу.
ночь на город. Солдатам в мирное время в ночную пору спать полагается. Спит весь полк, окромя тех, кто в карауле, да подневальству занят. Ангелам спать вообще не надо. И собрались солдатские ангел-хранители в городском саду. Сгрудились вокруг командирского ангела. И ласково так ему выговаривал. Что где твой унтер разбушевался? А? Покоя от него нет. Был начальник справедливый, а теперь будто козел на бочку. Так на всех дуром и наскакивает. Эх, братцы, мне и самому обидно. Получил мой унтер письмо из дома. О, там его невеста за другого замуж вышла. Вот. Он с досады лютует. Ну, я уж его как-никак успокою. Свое горе сам перетерпи, на других не перекладывай. Где же Антошкин ангел? Он же наш запевала. Куда же он подевался? Кажись, солдат-то его спит. Вот ты где! Что с тобой, ангел? С чего плачешь-то? Эх, братцы, беда. Поди сами знаете, мой-то Антон всех тише, всех безответней. Портняжил все между делом, по малости, чуток и заработал. Хотел матери денег к празднику послать. Старушка только тем и дышит, что от сына копейка иногда перепадает. Пропала у моего солдата вся выручка. Вся. Ничего не осталось. Вот тяна. Да кто ж мог скрасть-то? И никуда он не отлучался. Что говоришь-то? Подумай. В роте скрали. Простите на горьком слове. Что уж тут утаивать? Доложил твой, что ли, по начальству? Не таковский мой, чтобы жалиться. Да еще перед смотром канитель заводить. Что ж срамоту эту вывешивать? Шестая наша рота, как орешек. Ужель мы ее под каблук? Честь не 10 целковых стоит. Я от вас со своим огорчением в сторонку ушел, а вы меня сами нашли да распатронили. Не крущенься. Узел этот крепко завязан, да вось я его и развяжу. Деньги-то мой скрал. Прохор. Что ты? Не может быть. Ветер слышал, ночью несла. Чего зря наговариваешь? Хошь не хошь, я этого дела так не оставлю. Мне эту черную душу поручили. Я ее выполоскать и должен. Ты только, Антошу, покрепче усыпи. Пока я дуботолка своего в совесть приведу. Делай, что хочешь. А уж мой до зари камушком пролежит. Ишь, дрыхнет, будто и не у него украли. И не пожаловался никому. Молчит. Только с лица побурел. Ты же мне святоша. Что, солдат, к
кряхтишь, как святой в бане, а? Кто тебе чехол на балалайку ко дню ангела сшил? Антошка, кто на маневрах, как ты притомился, винтовку твою на себе пер? Опять Антошка, а ведь он и сам как лучинка. Кто за тебя темного письма домой пишет? Обалдуй ты, безграмотный! Снова Антошка. Ты кого ограбил? Товарища своего. Донт простит, стерпит. А что ж ты мамашу его хлеба к празднику лишил? Хоть бы меня к кому другому откомандировали. Тошно с тобой. Нет никакой возможности. Ну, братцы, все и обошлось. Антошке возврат имущества, Прохору крепкий урок, шестой роте ни суда, ни позора, ангелам-хранителям радость и покой. Она проста и хороша, вся на виду солдатская душа. И чтоб такой она была, будь начеку, не складывай крыла. Такое вот мое крылатое житие, по небу в сердце колотье. Служи и знай, солдат, что ангелы не спят, а в небе над тобой парят.